золотые мои, как вы можете видеть на экране за моим спиной. Не знаю равных в героях Меча и Магии 3. А у меня друг хороший. Наверное, чемпион России по этой игре. 20 лет играет только в нее. Принимайте пополнение. Забанил на основном канале несколько тупых мудаков. Сейчас расскажу. Скучные, скучные люди. Первый мудак пишет неграмотно абсолютно. Неграмотно. И задает вопрос, который сразу выдает мне мудака. Ну, во-первых, неграмотную речь мне, отличнику, гордости школы, юристу, литератору, читать малограмотную речь. Я когда читаю, такое ощущение, что вот на заплеванном полу, на корточках, вот опускаюсь на корточки к гопникам, которые через зуб сплевывают, семки, пивасик. Я не хочу на этот уровень опускаться. Не хочу опускаться на этот уровень. Безграмотная речь уже, письменная речь безграмотная, уже сама по себе является основанием для того, чтобы в бан собаку, просто чтобы меня не оскорбляли мои глаза вот этим вот безграмотным письмом. У вас не хватает мозгов грамотно научиться писать, да идите нахуй просто тогда, идите вон говно жуйте, блядь, ящики таскайте, куда вы лезете, блядь, ящики таскайте, охраняйте, блядь, говно через пальцы просеиваете за 18 тысяч в месяц, блядь, куда вы лезете обсуждать, нахуй, блядь? В пизду, нахуй. Он еще, мало того, что неграмотно, задал вопрос: а чё я записываю ролик с трубочками, блядь, в носу? Да из интересу, ёпта, делать мне нехуй, блядь, дай-ка я, блядь, из интересу, блядь, трубочки в нос засуну, попробую, как это, блядь? Никто в Ютубе не записывает ролики с трубочками в носу, блядь. Надо ещё в жопу веник вставить, блядь, скажи, блядь, я истребитель, блядь. Так вот, с трубочками в носу, блядь, и с веником в жопе, блядь, нахуй. Я жар птица, блядь, буду так говорить, я жар птица, блядь, а, сейчас спою. Нахуй, блядь. Человек случайный, вот это, блядь, что у тебя за трубочки в носу? То есть у человека, во-первых, нет, блядь, никакого понятия, блядь. Человек случайный, значит, мои ролики смотрит не постоянно, 1-2 ролика, блядь, увидел, в пизду нахуй, блядь. Мразь, тварь, быдло, блядь, нахуй. Второй посложнее типус, блядь. Что-то он начал мне давать, я уже сейчас не помню, какие-то указания ценные, блядь. Тут мне про это еще с ними, про это, блядь. Я ему сделал замечание тут. Я решаю, а, ты там про это так не говори, блядь, там. Про кого-то я не должен был так говорить. Ну так удивительно, нихуя себе, а с хуя ли мне не говорить-то, блядь, а если я хочу говорить? А если я считаю необходимым высказаться на эту тему? Какой-то хуеплет мне будет еще тут рот затыкать, добавок украинский, что ли, хуеплет? Я после больницы недобрый, не нервный, нет, просто недобрый я после больницы, недобрый, нет, хватит, лимит доброты кончился. Вообще, хуеплетов я бы предпочел видеть в черных мешках, ей-богу. И увозят меня, и увозят меня. Вот. Я ему сделал замечание, мол, дружок, здесь я решаю, про кого и в каком ключе. Ой, бля! Он мне поведал свою историю. Служил в Афгане сапером. Ну, во-первых, служил в Афгане, на 90% означает, что парень со снарядом в башке затерялся в 80-х. То есть вот знакомство со мной, блядь, я служил в Афгане, это, блядь, со знаком минус сразу, блядь. Я знаю, блядь, своих боевых братьев, блядь. Там 90% из них быдляк со снарядом в башке, блядь, там контузии натуральные. 10% есть нормальные люди, которые адекватные, сумели
преодолеть в себе посттравматический синдром, сумели получить образование, встроиться в эту жизнь, нормальную жизнь, семьями обзавестись, и у которых понятие есть, что главное в этой жизни быть не война, блин, а семья. Вдобавок он сумел отсидеть в тюрьме, дальше сидел в тюрьме, отлично, прекрасный человек, характеризует живость характера, так сказать, честность, неподкупность, обязательно в тюрьме посидеть. Это вообще никак человек не характеризует. Знаете, про тюрьму. Буквально там первые дни мои на зоне, Женя француз такой подошел, авторитетный. Очень был авторитетный заключенный, многие с ним хотели дружить. А он у меня сосед по дому. Вообразите себе, да? У меня дом такой специфический. Это Женя француз. Если Женя француз живой и смотрит на меня, Женек, спасибо тебе большое. Он мне, короче, говорит, вот это вот чертопляснение, блядь, шли всех нахуй, блядь. Кто к тебе будет подходить, шли всех нахуй, блядь. Как нахуй? Нахуй. Говорю, зарежут. Кто нахуй? Че, блядь, черти, блядь, натуре? Кто тут зарежет, блядь? На черте, блядь, чертом погоняет, блядь. Шли нахуй всех. Я говорю, ну как же, они дольше меня отсидели. У меня еще армейские такие. Он мне сказал, блядь, замечательные слова, блядь, про тюрьму, про зону, вообще все. Прям все сразу, блядь, закрыл для меня тюремную тему, блядь. Там. Варлам Шаламов, блядь, не написал лучше, блядь, чем вот Женек объяснил в двух словах. Понимаешь, говорит, блядь. Некоторые 15 лет, блядь, сидят, блядь, чертом, блядь, а некоторые, блядь, полгода, блядь, сидят, ну, как человек, блядь, и уходят отсюда. Ну, блядь, не подвиг, да хуя отсидеть-то, блядь, не подвиг, блядь. Подвиг, наоборот, свинтите отсюда, блядь. Отсидеть, во-первых, достойно, блядь, в человеческих условиях, а во-вторых, блядь, как можно раньше отсюда свинтить, блядь. Вот и все, что мы можем узнать про тюрьму, про зону, блядь. Поэтому я служил в Афгане, я сидел в тюрьме, человека характеризует никак. Со знаком минус, и вдобавок он работает врачом, через ЙО, врачом. Он работает врачом в неврологии, врачом, через ЙО. А хуй знал, блядь, я бы не доверил такому человеку свое здоровье, блядь. Врачом он работает. Причем два раза он работает врачом, два раза мы хотел работать врачом, работаю врачом в неврологии. Я думаю, что всклепал на себя немножечко такой, блядь, ряженый. Некоторые всклепывают на себя, что ветеран войны, но это тоже, наверное, всклепал на себя, что ветеран войны, что ситуация в мире. И главное, врачом. Вот. Санитаром морга еще ладно, куда ни шло, блядь, в дерево. А врачом через ее. Ну как вот в названии, блядь, врачом. Я не верю. Нет, не добрый я стал после больницы. Нет, нет. Ну не хочу я неграмотно. Неграмотно здесь, вот, да, здесь, да, да и здесь тоже, блядь, неприятно. Все-таки тоже люди, блядь, и вы ведь будете читать врачом и думать про себя, что так можно писать, что так нельзя писать. Врачом через О пишут, сам врачом. О. Нет, нахуй, блядь, просто всех неграмотных, всех тупых. Афганцев, зыканов. Про заключенных, блядь, это можно вообще, чтобы поймать не тюрьму. Женя француз, он же философ, он же, блядь, он красавец, он отсидел больше десятки. Все он про зону понял. И 90%, блядь, ну, нельзя сказать черти, нет. Сами в плен сдались, лишь бы горячего покушать. 90% сами в плен сдались. 10% есть люди интересные, да, здесь. Остальные 90% ничего из себя не представляют. В мире животных. Поэтому я их нахуй посылал. Да как Женя француз сказал, так я и пошел. Нахуй. Вот. Никто никого там в карты не проигрывает, даже мысли такой нету, блядь. Режут, блядь. Друг друга, бля, хорошие друзья, бля, семейники режут друг друга, бля, водка зашла, бля, напились водки, бля, начали друг другу, бля, вспоминать, это было и обиды, бля, ну и один другого припорол, бля, вы думаете, что, бля, к
кто-то какого-то активиста, что ли, блядь, при пару дней. Своих же друзей, блядь, и мочат, блядь. Чего хули активист? Он козел и есть, блядь. У него мазь такая козья, блядь. Нет. Построже. Но здесь еще на антилохе можно еще устроить оазис долбоебов. Ну и то тоже на короткий срок. Вечно не может продолжаться. Не хочу я читать безграмотную речь, блядь. Вон Али Алиев пишет в Артянке. Я столько не могу читать Али Алиев. Ты, блядь, постарайся мысль, блядь, свою там в 3-4 строчки умещать. Вот такие портянки, блядь, мне нет времени читать, блядь. Просто поймите, блядь. Мне неинтересно это читать, блядь. Я и 3 строчки-то, блядь, читаю с трудом, блядь. Вот. Поэтому, как там портянка, я тебе сердечко поставлю, блядь, и все нахуй, блядь. Грузить себя я просто не позволю, блядь. Тренды задаю я, темы задаю я, блядь. Вот эти, блядь, сними про то, сними про это, блядь. Я реагирую, блядь, крайне нервно, блядь. У меня рука тянется к пистолету, блядь. Про что мне снимать, я знаю без вас, блядь. Это на основном канале это 50 на 50. Это, блядь, большой соблазн отправить человека в бан. Ты сними еще про это, ты вот это вот расскажи, блядь, еще. Блядь, да иди нахуй, я просто знаю без тебя, что, про что снимать, блядь. Кто-то есть нахуй, чтобы еще подсказывать мне. Без тебя как ты снял, блядь, 1600. 1600 с лихвым роликов на канале. 1600. Как ты снял, блядь, я без тебя, без твоих советов, нахуй, блядь, тупых, блядь. Может, еще сниму в 10 раз больше, блядь, нахуй. Ей-богу, ну. Вычистил говно, блядь, и живешь в чистоте. Просто, ну, простой, ну, утилитарный просто, блядь, подход. Хочешь жить в чистоте, блядь, убирай говно, блядь, вокруг себя. Вот я это говно убираю. С основного канала приятно заходить, честно, приятно заходить. Блядь. Умные люди пишут в стихах. Да, кстати, в стихах. В стихах. Вы почему в стихах не пишете? Почему вы не пишете в комменты в стихах? Пишите, мне будет интересно прочитать. Если понравится ваш стих, зачитаю его на камеру, потому что когда стихи хорошие, а к поэтам я неравнодушен и хочу помогать поэтам, чем умею. Я к чужой славе абсолютно не ревнивый человек. Если вещь талантливая, я ее прочту с указанием авторства, что такой человек. Не я автор, а вот такой человек автор. Я зачитываю чужие стихи, очень мне понравились. Пишите стихи, почему стихи не пишете? Очень хочется почитать ваши стихи. Мне приятно читать стихи на основном канале. То есть вот эти стихи мне какой-то уровень задают. Вот люди пишут в стихах. Я как автор должен быть достоин тех людей, которые мне пишут комменты в стихах. Я не могу себя ронять, понимаете? Поэтому врачом через ё и вот это, чё ты, бля, в конюне, чё ты с трубочками нахуй в носу пишешь, блядь. Они не могут существовать на одной площадке, понимаете? Эти люди с поэтами на одной площадке существовать не могут, блядь. Их место, блядь, в подсобке, на ящиках, блядь, с бутылочкой портвейном. Какой портвейн, блядь? Спиртосодержащая жидкость, блядь, там. Компот, компот, намешанный со спиртяшкой, блядь, с технической, блядь, с технарьком, блядь, под видом кубанских вин Кубани, блядь. Вот компот со спиртом, блядь. С наклейкой «Вина Кубани», вот их уровень, блядь. А у меня же все-таки литературно-просветительский канал, блядь, не для быдла, блядь. Быдло пускай смотрит молча, блядь, без права комментирования, блядь. Нет. Нельзя давать быдлу трибуну для выступления, в пизду нахуй, блядь. Начинают себя уже на одну доску ставить, блядь, начинают, блядь, советы давать. В пизду нахуй, отстрел, только отстрел, блядь. В информационном поле, блядь, все очень жестко, блядь. Все очень жестко в информационном поле. Не для всех оно, не для всех информационное поле. Не хворайте, золотые мои, я вам ведь только добра желаю.